Так, вроде все нормально захватывает. Делаешь, у тебя талия аномалия просто. Юник тоже так считает. Песочные часы. Кто тоже так считает? Я не, вот реально, вот сейчас, почему пишется, что я под шофе? Вчера Дрон на стриме говорил, что, по его мнению, вы с Марком близки к расставанию. Мне похуй, что там кто говорил, вообще поебать. Он смотрит на все через свою призму. И если даже когда-то вот просто такое произойдет, это все равно через его призму. Он будет, да, да. Ты что, ты ебался своим дроном? Да потому что, блядь, заебал, реально. Просто уставшая. Я не просто уставшая, я пиздец какая уставшая. Все, вот так, куда стремянку? Ты куда ее? Ебать, Рости, куда полетел? Ну, давно видно, за скамью мамы. Давай попробуем залезть куда-то. Блядь, падай. Рости, о нет, о нет. Блядь. Ебать, я думала, он прям поедет. Он, кстати, реально не говорил такого уровня контекста. Тем более тогда. Если дрон такого не говорил, это... то я просто получается дешевый байт на негатив. Бля, пиздец, что происходит? Я на не влажу! Куда? Аня, у меня клаустрофобия! Бля, это реально стрёмно. Человек, клан. Человек... Я боюсь! Так вылази! Ой, блядь. Опа, давай! Ебать! О! В чем разница между Иисусом и картиной с Иисусом? Картину можно повесить на... Осуждаю, блядь! Я не о знаю, или я осуждаю! Я не знаю, блядь! Все, короче, я буду скипать эту всю хуйню, блядь! Осуждаю? А что там было, ебани сальто под ворона? На зло унылым будням, забить на все не трудно. Я этого так давно ждал. Нормально. А, покажи, что там? Я предприниматель открыл. Вот это да, посмотри, покажи им. Сейчас мы пробовали сальто под ворона ебануть. Ебать аквапарк, слышишь, пожалуйста, ебать. Аня, гоу-сальто, Леночка, ну что такое? Это стоит 1 500 000, блядь, чтобы вы понимали. 1 500 000 это стоит? 1 500 000. Ебать, аквапарк можно загулять жестко, найс! Что-то дорого, потому что сейчас не будет полей. Моя новелла, музыки мало дела. Я буду просто на этом аквапарке под него. Моя новелла, музыки мало дела, в танце ты холодела. Не можешь пополнить баланс в стиме и бегаешь. Пошел нахуй. А как? А как? Или описание. У меня кто-то летает? Или у меня шиза? Что здесь происходит? Бывает тебе такое, что ты увидела парня, представляешь, как он в сексе? О боже. Фиксируйте. Фиксируем вантап. Оп, на нахуй. Кстати, мне давно снилось, знаете, какой страшный сон? Фу, не хочу пельмени. Он типа странный был. Мне снился, ну Олег такой идет. А что ты говорит? Потом хуяк, второй Олег заходит, двойник. Нормально. С глазами. Я настоящий Олег. Говорю, да пошел ты нахуй. Говорю, ушел отсюда, блядь. Реально так и было? Да. А потом еще третий привет, заходит. Привет, Сало. Ебать. Я в ахуе. И что ты сделал? Беру дубину. Ебать, они пельмешки в таких больших этих. Начинаю хуярить. Едят. Во сне. Во сне, конечно. Тазах. Беда потерпе. Злого Олега. Зачем Москву? Алекс, тебе еще раз сказать? Дякую, я русский, иди нахуй, долбоеб. Я нахуй хочу на родину вернуться. Ты че пассивно так играешь, хуйсос? Влияешь на ставку, мразь? Так я поставил на нет. Ты не руин ставку, играй как играл, блять. Меня убили флешкой. Да бля... Бля.
Кстати, как вам моя игра в КС-ке у The Souls? Нормально, раздала. Смешно пиздец, да, согласна, моменты ёбнутые. Разъебала? Факт. Страшно нахуй, хуёво? Да? Пошёл в жопу. Усался, блядь. Я сам боюсь. Слышь, а, блядь, у меня никогда динозавр не брал в рот. Один лучше симпл. Ну, ладно уж, не лучше симпл. О, боже. Нихуя! Настя, всё, не пиши мне. Ебать! Ой, я, кстати, такое осуждаю немножко. Динозавр! О-о-о. Вообще другой, другой кадр хотел видеть. У, какая красивая девочка. Есть у Инстаграм? Ух ты, ля-ля-ля. Красивая. Чувак, не храни ты интригу, нахуй ты это делаешь. Свайпа делаю. О боже, ладно, отмена. Я просто подсвечу. Она еще та? А чё? Да? Ну красивая. Ну красивая. Ну красивая, чё тут скажешь? Я та, с этим бичем я не верила. Ну так можно разочек. Нифига вы какие. А вы что тут еще придирчивые такие? Вы выбираете? Я что-то не могу понять, чат. Что значит? Вы посмотрите, им подавай вам. Вам тут что, королева, императрица подавай? Алло. А, да, чё, ты что думала? Ты лучше всех. Ой, ну вижу. Ну ты ладно уж, ну не лучше всех. Ну, с пивом потянет. Я выбираю себя. Да вы мои сладкие. Вот, знаете, вот когда такой момент бывает изредка, когда меня не называют алкашкой, доской, скейтбордом, с обвисшими сиськами, страшным носом, ужасным ебалом, кривыми желтыми зубами, и хоть кто-то мне сделает комплимент, обязательно найдется уебище в чате, который напишет «подсосы». Пошел нахуй! Это мой парень! Это Лёша, мой парень! Ля, какие тигрицы! О, мой бог! Я с ней сплю! Я с ней сплю! Всё, это последний человек! Ты последний! Я знаю! Ты последний человек! Канал пересох! Вы часто спрашиваете, как выглядит мой папа? Я его папа, да! Да. А еще здесь его мама! И живем. Блин, спасибо! О боже, что, блядь, это было? Блядь! Ну, блядь! Сука, шоршаны слетели, блядь! Блядь, тут вообще ветра это нет. Ой, ты что, дурак? Я очень хочу, чтобы молния попала прямо сюда. Но чтобы... Блядь, кстати, я не понял. А я, кстати, не смотрела клип, а он долгий? Или нет? Блёх, вот, может, лучше не нарезку, а клип Егора Крида посмотрим? Ебать, так долго смотреть. Ладно, 3 минуты еще посмотрим и пойдем смотреть. Вот этот лысый. О боже, ебать, фанаты Крида, смотрим! Или типа он идет с шаблоном как-то, я не понял нахуй. Он типа просто спаунится там, где тусовка, любой клип с тусовкой нахуй. Я всегда вылетаю под дроп. Они жестко ловят стояки и... Они главное все понимают, что ты прямо здесь, типа знаешь, типа. Типа не ожиданно, блядь. Не ожиданно. Но зато какое вау, когда делаешь вот так, нахуй. Вот. 3, 2, 1, 3, 2.
бля, охуенно. Оп, 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 оп. Сейчас глотай, глотай. Я бумер в толпе. Никогда не стояла в такой толпе. Это пиздец, мне кажется. Мне кажется, у меня была началась паника, клаустрофобия и всякое такое. Когда у Марка трек видит, Ань, вам надо с стримом на какой-то концерт. Бля, ну мы когда были с Гришей, было пиздец, как охуенно на концерте, был полный разъёб, но там была такая атмосфера, что типа мы прям просто время вместе проводили весь день до ночи с Гришей. И типа, ну, было как-то не до стримов, и было бы, наверное, не очень другая атмосфера. А вот на таких где-то в Москве, в Питере, ну, все бы задохнулись от твоего перегара. О боже. Но я вам скажу, я была первый раз в жизни за кулисами, когда шел концерт, ну, типа, на сцене. Бля, это вообще, это пиздец. Еще вот эта энергетика от зала. Охуеть. О боже. Убирай, блядь! Убирай, пиздец! А есть электроночка? Да куда у тебя ж болит? Ой! Ну так нельзя. Вот этот мальчик выбрал меня как самую красивую стримершу. Вот этот с дредами белыми. Ой. Ну, да? Ну так нельзя. Оля. Лил Морти. Пошел диалог, это с ним. Мальчик. Ни разу не видел. Я забыл, что его зовут Лил Морти. Ну сори. Овощи жарятся. Так иди на солнце выйдем, бля. Ага. Вот так, значит, забазарили, да? Нет. Надо попоёбаться. Конечно. Для аромата? Угу. Ебать, а ты ж села нахуй. Почему ты не знаешь, как, блядь, готовить? Мне кенты всегда готовили, бро. Ебать. А что ж ты за кент, который не умеет? Я всегда хавал. Ну понятно, блядь, по тебе видно, нахуй. Конечно. Смотрите на тебя больше, уже никого нет тут. А, уже нет? Блядь, сорян. Чат. Да ты шо? О, блядь, сука. О, боже, о, боже. Блядь. Где деньги, Лебовский? Где деньги? Где деньги, Лебовский? О! Двадцать. А тебе? Мне 27. Был уже опыт какой-то секс по телефону здесь? Фу! Чего-чего? О боже. Алло. Алло. Привет, дорогая. Как дела у тебя? Марась. Привет. Приветик. Сколько лет тебе? Пиздец, блядь, а что в этом, блядь, вопросе плохого, блядь? Алло. О боже. Алло. Да. Привет. Манда, ёпт. Можно сразу спросить? Как... Ты чё? Что, маленький? 14 лет. Не, 14-го не видел. 14. Это как в анекдоте, типа, боксер рассказывает, я тут шел и, типа, наткнулся на трое пацанов ко мне пристали, я первого, бам, второго, бам. Ну, друзья меня спрашивают, а что третьего? А третьего у меня день рождения, вот, поэтому такая же тема. 14-летнего не видел, а 15-го. Он же покататься. Залезай, красавчик, я прокачу тебя. Хочешь, я стану твоим мотоциклом? Нет. Блин, НТ. Ванёк рыжий. Это типа ВК Лисёнок или что? Только положи её в мешок, пожалуйста. Она просто выглядит. Давай вот отсюда, давай, танцуй. Нихуя, они там дэнс. Давай, ага. Не, я забыл как-то. Так. Вообще выглядит так, как будто он поясницу разминает, если честно. Просто у мануального терапевта прием. Ваш экран. Я вам сейчас расскажу.
расскажу, что Саша делает на ТикТоке. Она тоже стримит, ничего себе, даже ни разу не видела. Он, короче, разваливается в каких-нибудь шортах, которые 2 недели не стираны. И начинает вот, ну, ноги вот так вот развалит, вот так вот усядется и начесывает яйца. Боже, она так мило рассказывала под ламповую музыку в Майнкрафте, как Саша начесывает яйца. У меня есть куча видео в галерее профов, но я вам не буду показывать, Саша обидится. Возможно, я бы... У нее 7к онлайна. Ну, это круто. Хата падает. Он постоянно так держит, понимаешь? Угол обязательно. Кость очень. Весь корпус на мне, я его держу. Круто. Ну, те, кто были в Грузии, они реально понимают, что это так может быть. Молодец, да, молодец. Что, типа, держать стену? Ну что? Все, чат, ну че вы какие, а? Ну. Привет, Бэйба, давай с тобой познакомимся. Блять, мне этот некто ебаный бесит. Хватит с ним сидеть, стримеры, ну это же пиздец уже. Че ты? Она нас засватывает, будет все хорошо. Ты че, приедешь ко мне? Или что? А ты откуда, чтобы к тебе приезжать? Что он рукой? Что? Что Муханджан делает рукой? Не знаю такого. Узде в Кавка. Дрочит. Ой, давай потом. Не, меня просто бесит Алло. Нарезки с разговорами из некто. Я не знаю, Алло. Почему. Ну что ты, семала ебаная? Типа хз. Не, может, есть смешные, но у меня как-то... Тебе выпала карта перевернутый жираф. Это такое? Сейчас, секунду. Эта карта, получается, получается удачного дня, но все будет зависеть от всяких разных. Алло? Ты пропал. Алло? Алло? Меня слышно? Да, а, у меня интернет. Ладно, это смешно. Я так поняла. Знаешь, эта карта жирафа, она выпала первый раз, и мне прям смешно, там картинка просто, понимаешь, жирафа. Сейчас пиццу кушаю в 12 часов ночи, а ты? О, нихуя. У меня сейчас 10 часов, я вот думаю, как час настанет, я пойду масло пить. Вот. Чтоб попа не погасла. Да, слушай, а давай вместе будем есть. Там в ВКонтакте или в Инстаграме будем общаться и кушать. Привет. Мне, прикинь, пиздец полный. Кошку собака загрызла. Как относишься к тому, что Амиран Зника... Ага, пришел на Twitch. А чё? А что, блядь, кто уже не приходил на Twitch? Вот объясните мне, кто, кого еще здесь не было? Только, не знаю, президентов каких-то. Хотя, мне кажется, тоже кто-то был, по-моему, из президентов на Твиче зареган. Я? Ну, типа, все пришли на Twitch. Ну, кто только мог. Тиктокеры, музыканты, там, актеры, все. Психологи. Ну, Дональд Трамп был, и кто-то, да, его, по-моему, забанили еще, что ли. Его канал. Снесли ей нахуй. Пиздец, блядь. Марк орёт на всю квартиру, я не знаю, что он там орёт. Ну, я что-то прям пиздец тильтую. Я не знаю, что мне делать. Эй, откуда знаешь, что ты делал? Ну, может, подскажешь что-нибудь. Бля, ну всё, это уже невозможно, ребят, это пиздец. О. Я что-то не то, не туда вообще. Нихуя себе, Кристин Дюр Дюр. Say you're never lucky, always pistol packing, more a mathematics, so I'm what? Пошел. Почему what? What? Ребенок, блять, как можно вообще воспитывать ребенка? Это же... О боже. Чего, осветить тебя? Давай. Блин, блядь, пизд.
Извини. Еще могу святой водой тебя вызвать. Дрон новая вишенка, в смысле? Все, Саня, я украшаю жонку. Нина пришла. Вы вдвоем стримит? Зал хуйня был в плане организации. Кин, прекрати. А что там было, чат? Фанера топ. Бля, ну не все сразу получается тоже, наверное. А это я не слышала, кстати, у кореша. Не забывайте, суки, блядь. Жарко было. Бля. Это, кстати, проблема многих концертных залов. Бля, охуенный трек. Всем привет, сегодня с вами Симпл Брат. Я сегодня плакала. Почему? Почему ты плакала? Потому что бывший сказал, что мы больше не сойдемся. Ну, девочка, успокойтесь, вы же не мосты, чтобы сходиться. О мой бог. Блять! О мой бог. Ну... Реально, иди нахуй. Чё? У меня к тебе вопрос будет. Какой? Можно эту девочку приютить? А? Приютить девочку. Кто они? К нам. Я оставила без дома. К нам? К нам. Я нам третьего нашла. Как мы и хотели. Можно? Можно. Можно. Почему глаза красные, охуеть? Там, походу, реально хуёво было. Это...